королева спорта «Легкая атлетика» собрала на Брещине самых ярких спортивных звездочек ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодные соревнования памяти героя Советского Союза Дмитрия Карбышева уже давно считаются не только визитной карточкой областного центра, но и официальным программным мероприятием, открывающим зимний сезон. Более 600 юных спортсменов, начинающих свой путь в профессиональном спорте, прибыли в Брест, чтобы не только сразиться за главные награды турнира, но и оценить уровень потенциальных соперников, которые для кого-то из этих мальчишек и девчонок откроют новую карьерную дорогу. Это очень хорошо, когда они видят друг друга и ориентируются на своих соперников, потому что я сам начинал заниматься легкой атлетикой с 7 лет, и в принципе только на таких турнирах я и рос. Официальных турниров мало. Вот эти встречи, международные встречи, матчевые встречи, они играют огромное значение. Поэтому турнир устоявшийся, турнир не нуждается, условно, в таком модном слове, в пиаре. Это бренд Бреста. Во время торжественного открытия участников соревнований приветствовали представители вертикали власти города и области, члены Белорусской Федерации легкой атлетики, знаменитые легкоатлеты страны. В своих обращениях они неоднократно подчеркивали, подобные соревнования – это хорошая стартовая ступенька. В свое время именно с турнира имени Карбышева начинали свой профессиональный путь лидеры белорусской сборной – Надежда Остапчук, Наталья Сафронова, Юлия Нестеренко. Дух командной борьбы витает, потому что страна, школы там выступают, они как бы соперница. Все-таки это присутствует, потому что уровень результатов настолько высок, что победители – это уровень результатов первенства любой республики. Сразу же после открытия в легкоатлетическом манеже начались соревнования по спортивной ходьбе, спринту, прыжкам в длину и высоту. Еще одно испытание – метание копья – было вынесено на стадион Брески. За долгие годы проведения за турниром закрепилась репутация настоящей кузницы спортивных кадров и рекордов. Бесспорно, и этот турнир оставил свою запись в летописи спортивной истории.